Всем привет, дамы и господа, с вами Неломок, мы играем в The Battle Cats. Ну, в прошлом видео мы не набрали 100 лайков, так уж случилось, но ничего страшного. Может быть, в этом наберем? Посмотрим. Так, третий день, Cat Food, мне дали, короче, еды, отлично. Тут кто-то крутит педали у нас. Крути педали, пока не дали. Так, тут какая-то штукенция нам не нужная. Апгрейды нам не нужны. Хотя, стоп, у нас там какой-то был новый котик, если я не ошибаюсь. О, New Cat, открываем. Gross Cat. Что за Gross Cat? Enable to enable. Enable или не enable? Какие-то у него длинные ножки. Able to do a very powerful long range attack. Какая-то у него длинная... длинная атака, я так понял. Exception attack power and range. Что-то там с расстоянием жестко связано. И мне сказали, нужно защитного на троечку качнуть. Потом акса нужно на пятерочку. Но у нас нет экспы, будем копить. Но еще плюс проверим сейчас этого кота. Вот это, наверное, будет дорогой котик, но надо будет постараться. Итак, старт нажимаем. Смотрим. Сегодня у нас серия 20-минутная. Я надеюсь, что вы это оцените. Что вы это зацените, оцените и поддержите. И, может быть, в следующий раз запишу даже 25-минутную серию. Итак, что у нас тут? Где я? В Джапане. О, какой у них тут храм. Мы можем сразу же малютку одну поставить на блоки. 400 стоит этот с длинными ногами. Ого, этот гросс, я так почему-то мне ассоциация с травой. Типа, ну не знаю. Так, одного стеночку поставлю. Так, этот у меня очень сильный, кстати, аптечка, хочу напомнить, что он у меня прокачанный на 7-й, там, чуть ли не на уровень. Так, пошли. Тут главное докачаться быстро до 7-го. У меня тут волосики торчат. До 7-го, и тогда будет все нормально. Так, одного такого, и сейчас будем копить уже... Прокачаем на голду, 4-го уже голда. Пока что у меня тут хорошая защита. Больше можно не ставить пока котов. Экономим на вот эту вещь. Хочу, чтобы уровень у меня был с этим. Поэтому выкачиваю. Я уже храм их бомблю. У них тут много хп. Много. Так, качаю. О, у меня 700 появилось. Раньше так не было много. И что-то это что такое? Какой-то слон на меня нападает. Это не слон, это бегемот. Он все на своем пути разрушает. Мамочки, бегемот. Топором бегемота сейчас буду рубить. Бегемот тупо на меня нападает. Смотри, какая у него пасть здоровенная. У него там слюна во рту. Я помню, ходил в зоопарк и видел настоящего бегемота вот так вот прям перед своим лицом. Он был в таком аквариуме железном. Ну так, полужелезном, полустеклянном. Он был очень жесткий. Так, могу качнуть. Мне кажется, сейчас будет печалька. Бегемота, остановите бегемота! Немедленно остановите бегемота! Не дайте ему... Сейчас я ему фаером сделаю. Файер по бегемоту. Файер! Так, малюток. Что я нажал? Зачем? Макс нажал. Ладно, бегемота, я думаю, остановим. Пожалуйста, остановите бегемота. Кусает. Бегемоту, наваляйте бегемоту. Стеночку одну ставлю. Так, вот этого. Бегемот уже подошел ко мне вплотную. Нет. Топором его руби. Давай. Ой, мамочки. Эти маленькие человечки. Они сейчас меня загрызут тут все. У меня нету... они бьют мою базу. У меня всего лишь 700 хп. Неужели я первый раз проиграю? Да бейте бегемота же. Бейте его. Так, с топором. Кого? С топором ставлю. Давай, руби. Змеи все меня крушат, бьют. За что вы меня бьете так? Я не понимаю, что мне должен... капец. А у меня был еще один лазер. Может быть, я бы лазером его бахнул. Я первый раз проиграл. Как... Так, что тут нарисовано? Tactic for Japan. Так, attack from a distance using Gross Cat. Он понятно, нужна тактика специфическая против бегемота. Нужен этот вот, который на расстоянии бьет. Defend you long range attacking until using Basic Cat and Tank Cat. Basic Cat and Tank Cat. Defend you long range. На длинной дистанции его сдержишь, а сзади будет на дистанции валить его с этим клешней своей. Try updating your cat's level. Окей, спасибо за подсказки, что your money will be set to max and your cat cannot reload
for three cats food. Do you want to continue, boss? Я могу, типа, использовать сейчас эту еду, чтобы босс был... Не-не, давайте пока не будем. Мне кажется, что я пока могу справиться с еще одной... Сейчас, мне кажется, что мне под силу справиться. Мне кажется, надо просто другую тактику избрать. А так, 88 energy у меня всего лишь. Фух, потненько. Japan. Ну, вы, конечно, заджапанили меня. Значит, мне надо в первую очередь вот этого накопить как-то. Вот на этого отбиваться и прокачать. Давайте до четвертого уровня попробую вкачаюсь, а потом сфокусируюсь больше на то, чтобы качать этот именно уровень. Тьфу ты, вкачаю уровень до четвертого голды, а потом уже буду фокусироваться на этом, на длинноножке своем, на длинноножке. Так, пока что вроде все норм. У меня лазер будет сейчас. Так, мне нужно четвертый уровень. Есть, все, четвертый. Теперь чисто хочу накопить денег на вот этого. И на малюток своих. Так, 50-очку. О, они даже почти к базе подобрались. Ну, сейчас бегемота выпустят. Я помню их коварный задум. Их коварный план. Так, 200. Беру себе малютку одну. У меня фаер появился. Так, мне нужно 400 как-то накопить. Так, 300. Одного себе ставлю. Так, сейчас будет 400 у меня, вот. Сейчас будет. О, 400, сейчас себе ставлю на long distance. Во, все, теперь можно малюток побольше их. Побольше малюток. Long distance идет, смотрите, у него длинные ноги. Какие у него длиннющие лапы. Пум-пум-пум-пум-пум. Сейчас он будет их там... На, сдалека. Только не бейте моего. Мне нужно бронячего было поставить. Сейчас они будут его коцать. Надо как-то оттолкнуть их чуть-чуть. С топором. Он... Че ты подходишь? Не подходи. Сейчас бегемота выпустят, скорее всего. Так, больше стеночек. Файер, мне нужно прокачать голду, наверное. Так, ну у меня, в принципе, юнита вроде бы хватает. Сейчас бегемот появится и завалит моего. О, они начинают базу уже бить. Они же сейчас бегемота вызовут. О, вот он, бегемот выскочил. Это босс. Бегемотный босс. Бей его. Туши гада бегемота. Туши бегемота. Так, волью бабла. Туши бегемота, бей бегемота по горбу его лопатой. Так, с топором возьму одного. Денюжки есть, могу себе позволить. А, оттолкнули моего с дистанции дальней. Так, ставим. Бабла что-то маловато будет. Давай. Опять его бахнули. Боже, он сейчас погибнет. Мне нужно еще одного такого кота, наверное, поставить. Мне нужно как-то деньги на него накопить. О, ставлю. Так, есть. Так, хорошо, малютку ставим. Так, этого стеночку. Накопить на стеночку, так, две стеночки. А у меня двое уже их! Двое своими клешнями гроссовскими бьют. Нормально. Так, у меня что-то мало у меня этих самых, кто блокировать будет. Мало тех, кто будет блокировать. Бум. Вали бегемота, не дайте пройти бегемотам. Не, скажи, бегемота завалили. Я еле ему навалял, но я уже двумя этими, конечно, чудиками хорошенько ему надавал. Хорошенько. У меня там еще один. Одного моего уничтожили, этого гросса, да? Так, ладно, не страшно. Но я все-таки старался, вы видели, тактика сработала. На четверку качал, потом купил себе гросса, и все пошло хорошо у меня уже. Как они своими лапами бьют сдалека. Смотри, встает бам-бам клешнями. Тупо нету здания, смотри. Бам-бам-бам-бам. Бум, все, завалили. Прошли Japan. Ура! Хорошо, что я не использовал там эти, как его, не использовал эту еду. Может, мне на будущем еще больше пригодится. Japan, you unlock the cat seeker. Что за seeker? Filter throws and inspect the cats you pick up. Так, a new event stage has been released, you can, так, from the title screen. Так, какая-то новая, на главной странице там что-то будет. Cat machine has been unlocked, you can access from the cat base. Боже, user rank unlocked, reach the goal rank to rewards, rank is determined by total upgrade score. Короче, там какой-то у меня мировой ранг открылся еще. Select the icon at the cat base to check it out.
club has been officers club has какой-то офицерский клуб. Мяу, медалс, нау, чек ит аут, зе, кэтбейс. Какой-то еще какие-то медали. Короче, кучу всего пооткрывали. И как это всем теперь успеть разобраться, я не знаю. You got an item, cat ticket. Так, мне какой-то дали билетик. Спасибо. Так, мне дали бонус какой-то. Еще какой-то золотой билетик дали мне, пожалуйста. На, получите, распишитесь. Взяли. Так, а что еще? Какой-то там дали мне 3000 экспы мне дали, пожалуйста. Еще мне дали, еще какой-то тикет мне дали. Господи. Бонус rewards. One day. Speed up. You got 4 speed ups. Окей. Okay. One day, two day, three day. Так, ну тут это за каждый день будет что-то мне, короче, давать. И еще еды мне навалили. Котячей 20. Так, 30 вот этого добра. Еще дали сп... Боже, вы меня уже достали своими бонусами. Leadership. Так, leadership, leadership. Хорошо, что еще? Ну что еще? Так, legend ticket. Это что-то за бабло, я так подозреваю. За бабосики. Но я был прав. Да? Если хочешь купить какой-то супер-пупер билетик, плати $8. Плати $8. Check the special mission, accept limited design. Так, какой-то special mission. Where? За билетики special mission, да? You climbed Japan, congrats. То есть ты наконец-то ее прошел. Так, есть тикет. Five more stages until one ticket between... Так, Nepal, get seven range ticket. Короче, судя по всему, за эти тикеты как-то можно storage нажму. Опа, чикс, пусто. В моем сторидже пусто, в моем складе. Два. Что за cat? Try once. Storage. Try two times. Я не понимаю. Cat капсуле machine. Cat капсуле machine. Что он в этой капсуле получит? Rage cat капсула. Еще какая-то капсула. Что такое? Try once. A new hero. Summoner. Satoru. Effective. As a tab banner to info. Давай нажму, что за инфо. Может, сейчас посмотрим. Ничего не показывает. Ага. И что, у меня... А, вот это вот герои какие-то новые появятся, какие-то анимешные. Я этого пока что у меня... Не... Ну, если я нажму... Не, пока не буду нажимать, может, мне лучше... Там у меня их два билетика. Меню, апгрейды. О, это меня волнует. Вот это меня волнует реально. Значит, танк троечка. Топорик можно было бы вкачать. Тут новые у меня какие-то герои писали мне появились. Подождите-ка, но я их не вижу. Мне писали, что у меня новые персонажи. Special Cat, New. А ну-ка. Так, ага, Ninja. Есть у меня The Cat God. И есть Ninja Cat, New. Это бесплатно? А, это за 50 еды такой. Ага, это за экспу. Мы можем за 2000 тебе такое позволить, я думаю. Чук. Так, есть Cat God. Гад, я котячего бога взял. А этого я пока не буду, наверное, брать. Идем назад. Так, и тут что-то прокачать хотелось мне. Вот этого топора. Хотя бы до пятерочки бы хотелось вкачнуть. Ну, а гроз пока что ты подождешь у меня пока. У меня 400 осталось апгрейда. Больше нет у меня как обновлять. Так, хорошо, давайте нажмем User Rank. Так, Upgrade, Menu, Missions. Меню. Оп. Так, Meow Medals. Я это, по-моему, уже заходил сюда, нет? Что-то загружается, инфо. Рассказывает про медали. Но мы сейчас в это все вчитываться не будем. Но вот у меня какая-то есть Builder of Empires. Так, Empire. Медальки собираем какие-то тут. Будем понимать, что тут у нас медальки. Меню, еще там что-то знак. Cat Guide. А, гайд по каждому котику. Каждого котика ты можешь, короче, почитать. Я даже думал спросить у вас, как мне именно посмотреть про кота. Cat Unlocked. You got 5 cat food. Вот, я его открыл. Это что? Evolve Level 10. А, Evolve, эволюция. Это, видимо, когда вот этот вот инкубатор, там можно было запихивать его. Так, еще дали еды. Я, кажется, начал догадываться, как в покемонах было что-то подобное, только там с яйца-то высиживал. А тут, походу, надо использовать эти билетики.
Где там оно было? Эти вот тут вот капсулы, эти капсулы, чтобы их выращивать, что ли. Но я-то в конце, наверное, нажму. Ладно, давайте играть. Нажмем на старт. Japan, серебро, energy. Мы можем еще раз, в принципе, на Japan спокойно отправиться. Попробуем Австралию. О, мы на Австралию переместимся сейчас. Наверное, будет очень-очень-очень будет тяжело, я так подозреваю. А где... Так, а вот, сверху появилось. Do you believe in God? Ты веришь, типа, в Господа? Tap the above button for help. You should believe in miracles. Ты поверишь, типа, в чудо. Так, вот оно сверху у меня. Так, начинаем с того, что мы одного обычного котика стравим. О, в Австралии эти пандочки сидят на ветке. Качаем до 4 левела по старинке. Двигаемся по старинке. Только как тут сразу на меня нападают. Я сейчас качну себе, возьму их трое. И сейчас на сотке себе на 3 левел качу. Качу в 3 левел. Так, а теперь, ой, что-то они прессуют меня немножечко. Так, раз. Нормально, дефаем. И маленькое расстояние. Очень маленькое расстояние. Чуть потише звук сделаю, кажется, музыка громко играет. Так, что, качаем? Мы их прессуем пока что. Качаем. Можем стеночку взять одну. Слушайте, какие-то они слабенькие, мне кажется. 4 левел. Коплю деньги, наверное, на вот этого. Так, 300. Сейчас 350 будет. Возьму себе одного малютку. И сейчас себе возьму на дистанции, чтобы валить их. О, все, теперь можно двигаться дальше. Смотрите-ка, я уже подкоцываю главную базу. Чуть-чуть подкусываю. Ну, я же все-таки вкачал себе и стеночку, и топорик разочек качал. Так что у меня они жесткие. Так, и то, что расстояние маленькое. А мы cat guts не... А мне кажется, сейчас какая-то ерунда оттуда вылезет, когда мы немножко их подпрессуем. Какой-то босс оттуда выползет. Мне что-то такое ощущение. Хотя я могу ошибаться. Ну, посмотрим. Пока что просто деремся. Так, у меня есть возможность поставить еще одного такого великана. Может себе... О, 5 левела голду возьму. Так, хорошо. Стеночку. Все идет хорошо, с топориком. Мы их прессуем, но не хватает пока что у меня воинов, чтобы... А эти что-то вообще не бьют. А, не, бьют, нормально. Еще одного такого себе поставлю. Так, хотелось бы, наверное, голду себе улучшить. О, до 6 поставлю. О, начинаем бить. Сейчас какая-то ерунда оттуда вылезет, 100%. Нет? Или не вылезет никто? Босс не вылезет оттуда с ихнего короля? Не, никто не вылазит. Виктори, это было изи бабки называется, изи экспа. Очень легко все получилось, нажмем ОК. Так, 2 уровня прошел. Я даже не знаю, у меня есть немножко возможности апгрейднуться, но у меня хотелось бы нового котика. Special Cats. Может, мы все-таки откроем еще одного кота, протестим, или будем вкачивать. Не, подожди, мы можем Special Cat нажать. Этого ниндзю мы за еду себе возьмем. Да. Так. Меню has been unlocked. You can now organize the cats you want to bring into battle. Так, подождите-ка. У меня что? Теперь есть какая-то возможность выбирать тех котов, которые у меня будут участвовать. А у меня не хватает этого. Вкачивалки не хватает. Вот тут хватило. У меня теперь где-то в меню специальном я... New Equip. Во, да. Organizing cat 101. Tap and drag a cat icon you want to use and drink to the slot above the use in the battle. Ну, типа ты... Так, tap and drag cat 102. You want to organize drag так below the remove. Короче, каких котиков хочешь использовать, тех себе и перетягивай. Слот 1, page 1, page 2. Так, и что? А так у меня все пока что вроде хватает. Танкет стоит с топориком. Гросс, Special. Так, ниндзя. Вот, нажимаем. И, допустим, ставим его на пятый слот. Во, все четко. Unit info. Чикс пишет, что он, типа, как он... так, one of the stronger fighter with axe cat. The wins one loss. Strong... Типа он с акциями хорошо вместе, да, сотрудничает. И мне хотелось еще нажать еще одну вещь. А что ты мигаешь? Все нормально.
Так, бэк-бэк. А, видимо, тот господь, тот с нами будет по-любому. И мне хотелось еще нажать меню и нажать get guide. И я тут не вижу normal. О, new. Вот это хотел нажать, чтобы мне дали за него еду. Хорошо, мы сейчас еще с вами должны принять участие в одной битве, но уже 20 минут прошло. Давайте тогда закончим видео, нажмем на cat капсулу, протестим за один тикет. И что, этого запихнуть? Только этого могу? Допустим, try once. X. Что он с ним делает? Пумс. А, я его разрушил? Charge. Я его разрушил, что ли? Окей. И что произошло? Set to the... set... to cat storage. Так, я не понимаю. У меня один билетик. Ну давай еще раз. Раскручиваю. И в нем в капсуле попадается... Это что за динозаврик такой маленький? Смотри, он похож на реально... Он забавный. Прикольный. Мы будем это тестировать все. А у меня больше нету. Это, короче, как бы ящики такого рода, да? А тут какие-то более редкие, походу, тоже более редкие. Мы в следующий раз это откроем. Я просто не знал, что такое. Теперь уже не боюсь это использовать. Я думал, у меня пропадут мои герои. А вот мой эквип. У меня все на месте. Вот он есть. Все в порядке. 7 уровня. Меню. Тут еще знак восклицания. Battle Cats. Так. Тут еще какой-то гуайд. Но я должен уже видео завершать. Ребята, поддержите, пожалуйста, лайком. И я запишу следующий видеоролик. Прошлое видео набрало всего лишь 45 лайков. Хотя я соточку просил. Но если это сотку наберет, то запишу на следующий день следующее продолжение по этой игрушке. Battle Cats Offers Club. Какой-то клуб. Медали. Buy Gold Pass. Buy Gold Pass. Но тут уже за бабосики, скорее всего, это все дело пойдет. Типа какой-то, чтобы тикеты выпадали, герои новые, чтобы мы были более мощные. Все, увидимся в следующем видосе. С вами был Ниломоб. Игра называется, вы знаете как, The Battle Cats. И всем пока-пока.